На образование за счет бюджета в этом году выделено 34 165 грантов. Кому повезет с их получением, решит Республиканская конкурсная комиссия, которая сегодня начала работу. Решать судьбы абитуриента будут представители госорганов, Национальной палаты предпринимателей и ректоры вузов. 12 600 грантов получат те, кто предпочел технические науки и технологии. 5 864 у будущих учителей и чуть меньше бесплатных мест у тех, кто выбрал сельскохозяйственные специальности. Как заявляют эксперты, на один грант претендует 8 абитуриентов. Преимущество при распределении грантов, как и в предыдущие годы, имеют обладатели нагрудного знака Алтенбельга, победители международных олимпиад. Для сельской молодежи, инвалидов и сирот установлены квоты. В любом случае получается, что по отдельным специальностям могут оставаться какие-то вакантные места. Они будут сейчас присуждаться уже по следующему принципу. Во-первых, если с одного языкового отделения освобождаются места, то они передаются в этой же специальности на другую языковую специальность. Дальше, если останутся места по сельской или по другой квоте, то эти места передаются на общий конкурс. И дальше, если останутся места, то они будут передаваться с одной специальности на другую внутри направления. Итоги работы специальная комиссия подведет до 10 августа. Списки обладателей гранта будут опубликованы в республиканских СМИ.